Ты, как производитель контента, страдаешь то, что Comedy Club нет в Ютубе? Нет, я не хозяин этого контента, вопреки еще одному устоявшемуся мнению. Я нет, от Comedy Club. Ты производишь, ты автор. Я страдаю от того, что вот сейчас в Ютубе популярен. Вот кто попало, популярен в YouTube. Вообще кто угодно популярен в YouTube. Соответственно, и во всем мире. Ну, кто угодно. Какой-то придурок, какая-то бездарная девочка, талантливая очень девочка, какой-то очень умный, крутой блогер. Всем находится свое место в YouTube. Но мне обидно, что в YouTube нет Comedy Club, и из-за этого популярность Comedy Club в широких прогрессивно-молодежных массах, да, не настолько большая, чем могла она быть. Потому что человек не может встретить нас в Ютубе. А ты уверен, чтобы вы рвали в Ютубе всех? Юры Дудя не было бы рядом вообще. Это правда. Вообще просто рядом бы не, но нас нет в Ютубе. Поэтому такие, как Юра Дудь, в том числе из-за того, что Comedy Club нет. Ну что ты делаешь? Ты берешь смешное или интересное интервью у людей? Не смешное, интересное. Ну, смешное, да. Интересное, да. Хайповое и так далее, и тому подобное. Так угу. То же самое Comedy Club. Мы приглашаем людей и интервьюируем их со сцены. Угу. Просто...